Телефон узнал меня по лицу и разблокировался. Как было бы замечательно, если бы я мог приходить домой, а дверь меня узнавала и открывалась. И сегодня это далеко не мечта, это вполне себе реальность, которую можно осуществить и сделать максимально надежной и безопасной. И сегодня я вам расскажу, покажу, как работает дверь с Face ID, как настроить всю эту систему, что с чем завязано, чтобы вы понимали, насколько это надежно, безопасно и удобно. То есть данный замок, что мы видим? У него 4 полноценных мощных ригеля, защелка, электросхема какая-то и вот такой вот моторчик. То есть помимо того, что здесь стоит электроника, с точки зрения механики замок является довольно-таки надежным и взломостойким. Но, конечно же, в совокупности с нормальным цилиндровым механизмом. То есть мы видим, что перед нами полноценный взломостойкий надежный замок итальянской фирмы Matura, модель X-Nova, который еще доработан электроникой. То есть мы имеем здесь такую вот плату и специальный моторчик, который будет тянуть вот эти самые ригели. Дальше у меня на столе лежит бесперебойный блок питания. Это означает, что данный замок будет работать, даже если у вас отключат электричество. То есть я не помню, чтобы там в Москве свет могли отключить больше, чем на 3 часа, но по сути даже 3 дня, если у вас не будет света, данная система будет работать. И следующее, самое важное, это вот такая вот панель. Как мы видим сразу, тут есть что-то под отпечаток пальца. Две камеры. Данные камеры будут снимать мое лицо, получается, с двух разных ракурсов, чтобы оно было именно в объеме. В первую очередь, это защита для того, чтобы просто мою фотографию никто не мог показать и попасть ко мне домой. Давайте начнем, запрограммируем данную панель, настроим мое лицо. Посмотрим, как это все работает в действии. Введите от 8 до 16 символов. Ну, давайте самое простое. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Подтвердить пароль. Активировать. Пароль очень простой. Не все так просто. Добавляем еще буквок. Русский. Давайте русский. Так, выберите режим приложения. Внутреннее, прочее. Есть, это есть. Сеть Wi-Fi. Подключение к сети Wi-Fi. Все, наша панель работает от сети Wi-Fi, но мы всегда рекомендуем нашим заказчикам делать исключительно проводное соединение. По тем причинам, что проводное соединение, оно всегда стабильно. То есть, если у вас там отключили свет, вырубился роутер, не произойдет никакого сбоя, не сбросятся настройки, то есть все будет работать нормально, корректно и самое главное, качественно. Беспроводная сеть подключена. Отлично, идем дальше. Доступ к Guardian Vision. Оставляем. Так, добавить администратор ID 1. Зовут меня как Сергей. Настройка лица. Поехали. Сохранить. Настройка пальца. Приложите палец. Хорошо. Приложите палец повторно. Успешный сбор данных. Карточку мы пропустим. Мне очень нравится в первую очередь, что данная панель разговаривает со мной на русском языке корректно. Корректный перевод, то есть это очень удобно, потому что сегодня большинство устройств, умных устройств, приехавших к нам, так скажем, из Азии, разговаривает с нами и ничего не понятно. Итак, смотрим, как данная панель работает по моему лицу. Оно появляется в кадре. И замок открывается. Отлично. Так, ну что, мне осталось скачать приложение для того, чтобы при помощи мобильного устройства также иметь доступ ко всему этому. Заходим в App Store, пишем Guardian Vision. Вот, кстати, он мне выдает и Guardian Vision, и Hik Connect. Hik Connect — это профессиональный производитель видеооборудования. У него есть именно свое приложение для данного устройства, но также можно использовать вот это, потому что через него, например, у нас во всех наших салонах подключены видеокамеры, через которые там мы наблюдаем, что происходит внутри. Так, давайте-ка пользоваться через него. Добавить новое устройство, отсканировать QR-код. Заходим в сами настройки. Выбираем система. Так, информация о системе. QR-код. Выберите тип устройства, терминал управления доступом, другой терминал управления доступом и MinMoE. Подключите устройство к маршрутизатору с помощью кабеля и убедитесь, что они находятся в одной локальной сети. Подключить, подключенный и следующий. Так, есть. Принять. Перед подключением службы Guardian Vision введите пароль устройства для его проверки. Пароль вводим точно такой же, как на самой панели с функцией Face ID. Ну, вполне так очень доступно. При включении службы Guardian Vision видеосигнал устройства будет автоматически шифроваться. Задайте код верификации для шифрования. Ну, давайте так же. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Подключение к сети. Ожидаем, что же у нас произойдет. Так, есть. Добавление выполнено. Данное устройство у нас появилось. Если нам нужно, мы можем его переименовать. Заходим, смотрим, что же у нас внутри. И слышим, что же у нас внутри. Это моя рука. В данном случае данные эти два устройства находятся рядом, поэтому мы слышим такие вот звуковые помехи. Ну, на самом деле здесь все просто. Внутреннюю панель на двери мы, например, делаем через специальное экранирование для того, чтобы эти сигналы не пересекались и наше устройство не фонило. Ну, когда я нахожусь с телефоном где-то далеко, естественно, таких звуков не будет. Так, здесь я могу посмотреть, что было, что происходит, посмотреть на себя. Вот. Спасибо. Пожалуйста. А вот и наш оператор. Спасибо. Очень благодарное устройство. Оно столько раз мне сказало спасибо за этот час, что мне редко за день столько говорят. Пожалуйста. Так, дальше. Что же мы можем еще делать при помощи данного устройства? Делать фотографии, записывать видео того, что происходит у нас, останавливать запись. То есть все это сохраняется здесь. Потом в журнале, например, мы можем это все посмотреть. Плюс также он мне показывает, что происходило. То есть я вижу, когда моя дверь открывалась, когда закрывалась, когда лицо распознано. Я все это могу увидеть в своем приложении и понимать, то есть если мои дети вдруг прогуливают школу и пришли домой. Ну, пока у меня дочь в школу не ходит, но я помню, когда я прогуливал в школе уроки, ждал, пока родители уедут на работу и возвращался домой. С таким умным устройством сделать этого, к сожалению, не получится. И вы будете видеть, кто к вам приходил, уходил. Возможно, это не всем подойдет, но, тем не менее, вещь очень умная. А самое главное, если меня нет дома, если я улетел куда-то на отдых, уехал по срочным делам, или, например, я нахожусь на работе, а у меня прорвало трубу. У меня, кстати, реально в жизни была такая история. То есть пока моя супруга возвращалась домой, прошел примерно, да даже не час, прошло минут 40, но у меня так рванула труба, что я залил на 3 этажа соседей внизу. Потому что ко мне не могли попасть, там перекрыть, закрывали весь стояк. Так, что я могу сделать в таком случае? Я вижу, что ко мне пришли сантехники. Показали. Знаю, мне позвонила консьержка, что у меня проблема дома, прорвалась труба. И я делаю вот одно простое движение. Дверь закрыта. Дверь открыта. И моя дверь открывается. То есть я могу давать удаленный доступ кому угодно, кому захочу, где бы я ни находился, если у меня есть сеть интернет в телефоне. По мне, это очень удобный функционал, который позволяет, я не знаю, поливать цветы, кормить собаку, кошку, попугая, помогает в случае каких-то там, ну, не стихийных бедствий, а таких, там, как я уже сказал, прорвало трубу и тому подобное. То есть дать дистанционный доступ, или к вам приехали родственники, а вы находитесь на работе, и там не можете их поехать встретить, дать им ключи. То есть вы всегда можете открыть дистанционно, чтобы вас зашли домой и подождали. По мне, это очень-очень удобная функция. И, кстати, приложение дальше пишет. Локально вход, дверь закрыта, лицо распознано. То есть я вижу все действия, что происходило с моей дверью вот за последние 14:57, за последние 10 минут. Вот было огромное количество действий, которые были с дверью. И даже если моя дверь откроется злоумышленниками, если ее взломают, если ее откроют, приложение мне покажет, когда вот этот датчик разомкнется, что моя дверь открывалась. Давайте посмотрим, пустит ли наша дверь какого-нибудь другого человека из нашей компании, которого вы могли видеть в одной из запрещенных социальных сетей. Можно вас пригласить, Алексей, посмотреть. Так, что говорит? Аутентификация. Незнакомое лицо пишет. Так, вот два лица в кадре. Алексей и я. Спасибо. Открылось. То есть достаточно одного моего лица, чтобы мы смогли с Алексеем зайти. Так, еще я знаю, что есть такой вопрос, и я его слышал от клиентов. Сможет ли кто-то, поднеся к двери фотографию свою, открыть эту дверь, так сказать, обмануть наше устройство? Вот я себя сфотографировал, подношу фотографию к панели, фокусируем на лице. Но, как мы видим, ничего не происходит. Если снять видео, на котором якобы будет мое лицо в разных плоскостях. Так как экран на телефоне у нас плоский, неважно, буду я вертеть головой, данная панель не узнает того, кто пришел. И самое интересное, как данное устройство будет работать в темноте. Вы возвращаетесь домой, у вас в подъезде темно, сможет ли она вас узнать, осветить и так далее. А можно погасить все это?
получилось создать небольшой сумрак, конечно. Вот я появляюсь, ну, она меня видит очень хорошо. Нет, темноты создать не удалось. Она меня освещает, то есть в помещении у нас темно, но на экране я достаточно светлый человек. Я захожу, она начинает узнавать картинку, я подхожу, замок открывается. То есть я бы даже еще не успел дойти до двери, мой замок бы уже открылся. И один из немаловажных моментов, особенно для людей, для которых безопасность это прежде всего, если мы вырываем данную панель и пытаемся замкнуть провода, чтобы открылся наш замок, ничего не получится. Здесь встроен достаточно умный контроллер, который не даст этого сделать. Поэтому это безопасно, это надежно, это удобно. Но мне лично данное устройство очень и очень нравится. Вот я даже, если честно, задумываюсь себе свою старенькую дверь поменять уже на что-то современное, технологичное. Почему-то мне прям вот хочется чего-то такого иметь уже у себя дома. А если вы хотите заказать себе что-то подобное, достаточно перейти по ссылке в описании. Наши специалисты помогут с этим разобраться. И самое главное, сделать свой выбор наиболее полезным и адаптивным для себя. С вами был Сергей, канал Bastion S. Не забываем поставить лайк и подписаться. Всем пока!